Сегодня в России еще один праздник – День печати. Значимая дата для всех сотрудников средств массовой информации. По традиции, лучшие российские СМИ отмечают различными наградами. На федеральном уровне оценили работу и нашей телерадиокомпании. В частности, за качественное освещение деятельности органов внутренних дел. Почетную грамоту МВД России получил генеральный директор МИРа Белогорья Алексей Жуков. Очень приятно в день СМИ получить эту награду. В настоящее время находимся на информационной передовой. События случаются у нас разные в Белгородской области. При этом очень важно взвешивать каждое слово, чтобы информация была предельно корректной и в то же время оперативной. Пока нам это удается, за что также хочется поблагодарить пресс-службу ОМВД по Белгородской области.